Oh, shit. Here we go again. Астрологи объявили неделю концептуального дизайна. С вами Saint. Продолжаем с вами прохождение House Flipper 2. Дизайнники наши, дизайнеры наши, здание наше, которое осталось доделать, их немного, и мы идем семимильными шагами. Сегодня попробуем успеть сделать два вот этих. Давайте подготовка съемочной площадки. Привет, я учусь на режиссера, и мне нужно снять короткометражный фильм, чтобы получить зачет. Я нашел идеальное место для съемок. Полуразрушенный домик в лесу с очень интересной атмосферой. Проблема в том, что сейчас эта атмосфера располагает к чему-то страшному и сверхъестественному. Мне же такое направление не интересно, слишком банально. Я еще не определился, чего хочу, но у меня еще есть время. Но я точно знаю... Что я точно знаю? Так это, что домик нуждается в ремонте. Из основного надо заделать дыры в стенах, вынести мусор, купить мебель и, возможно, перекрасить стены. Ты разберешься. Хорошего дня, Джейден Райт. Поехали смотреть, что за там потустороннее, сверхъестественное. Заезды в этом районе у всех вот такие. Через болотце. Так. Сюда иди. Построить пятна. Какие пятна? А, вот эти. Вот они пятна. Вот они пятна. Я понял. Изи, изи, изи. Дверь, скорее всего, придется менять, но я на всякий случай протираю, чтобы очки опыта получать. Как обычно это и бывает. Ё-моё. Ё-моё. Законы вообще. Так, мусор. А тут нет пола. Это нормально? Пола нет. Что-то продать тут надо еще? Не надо. Ё-моё. Вся стена просто грязнючая. Пятна, еще одно пятно где-то. Это оно? Это не оно. Я тут что-то не дотер. А, ё-моё. Вот тут, все отлично. Здесь бы положить пол, правда? Да. И вот здесь бы положить пол. Норм? Вроде да. Я дичайше извиняюсь. Вроде телефон на без звука поставил. Человек даже на телефон на без звука смог дозвониться. Это скилл. Это скилл. Не иначе. Так. Все? Еще не построил? Так, окей. Боже, как сложно эту дыру заделывать. Ну норм, норм, норм. Вроде даже заделали, отделка поверхности, погнали. Сюда иди. А вот и все. А вот и отлично. Входную группу подготовили. Тут ничего менять даже не надо. Пойдет. Здесь. Здесь что-то строить надо. Где? Боже, а что-то такое уродство получилось-то.
Нам это не надо. Что я тут нахрена вертел? Этого видно не должно быть. Должен быть пол виден. А целый фундамент тут долбанул. Норм? Да? Нет? Я вот отсюда издалека буду кувалдой орудовать. А туда не подберешься. Подберешься? Не подберешься. Во, другое дело. Ну-ка. Нормально. Так, построить. Чё, где строить надо? Игра рассказывает. Ё-моё. Что там внутри произошло? Почему? Почему нельзя? Ну, допустим. Нельзя, что-то мешает. Это вентиляционное отверстие. Тактическое. Все. Потом отделаем поверхность. Заходим. Джейден Райт звонит нам. Hey, привет, это Джейден. Я наконец-то определился, о чем сниму фильм. И очень хочу с тобой поделиться. Так только послушай. Немое кино, посвященное простой жизни. Представь себе. Продолжительные непрерывные кадры, запечатляющие активность. Такого никто не ждет от фильма, действие которого происходит в лесной хижине. Правда? Так что твоя основная задача сделать, чтобы она выглядела живой. Когда я был там последний раз, только призрак пришел свой туда въехать. Но это было, ну уж как несколько лет назад. Ты что, снимаешь фильм про призрака? Нет. Я не это имел в виду. Фильм человеке, который пока очень даже жив. Я же говорил, что не хочу ничего сверх... Или... А что, если главный герой и правда окажется призраком? Но при этом он сам того и не знает, живет как обычной жизнью. А то, что он призрак, становится известно только в самом конце. Знаешь, что-то в этом есть. Сейчас пишу это в сценарий. Спасибо за вдохновение. Меня можешь в авторы тоже вписать. Слышь, идею просто украл. Просто вор. Вор. Где? А, вот. Вор. Ну, это что такое? Взял, украл идею, значит. Да? Почему тут нет пола? Ё-моё, там внутри прям вообще плохо все. Там плохенько. Ой, там плохенько. Работать и работать просто над этим домом, чтобы он в какой-то нормальный вид пришел. Звездец. Это что такое? Реально, тут не призрак, тут демон какой-то жил. Вообще, для начала вот это продадим, чтобы оно не мешало. Прям чувствую, что вот это все продавать надо. Нахер. Так. Волшебная тряпка. В принципе, можно уже скоро въезжать призраку, потому что грязь-то я убрал. Призраки... Они... Что такое? Почему пройти не могу? Призраки, они как бы... Ну... Они довольно чистоплотные, они не могут мусор за собой ставить. Вот если мы просто все ототрем... То, в принципе, ок. В принципе, найс. Как там фонарик включать? О. Пойдет. Как призрак может что-то, ну, какой-то мусор оставить? Максимум, если что-то заденет, разобьет. Но опять же, он же бесплотное существо.
Так. Дамы и господа, напишите, если увидели призраков в комментариях. Поговорим, обсудим. Я за любой движ. Даже если это призраки. Даже если вам показалось. Даже если увидели что-то похожее на паранормальное. Я вот пытаюсь вспомнить, видел ли я что-то такое, но... Чаще всего это просто какие-то непонятные звуки в квартире, которые я всегда списываю на кошку. А потом оказывается, что кошка спит рядом со мной. Ха! Вот классика. Это классика. Что вот это? Это мусор, правда? Правда. Это вот так. Это вот так. Пойдет. Что здесь убрать надо? Что здесь продать надо? Это не надо нам. Вот это? Вот это? Во что я врезаюсь? А, люстра, господи. Я думал, призраки, все. Хоть убейте, мусора не вижу. Это мусор? Это мусор. Продать еще телевизор и радио. И пятна еще есть. Е-мое. Их много. Еще одно пятно. Пятно, выходи. Или я слепой. Или пятна нет. Не знаю, давайте все протрем. А, оно есть. Так. Здесь надо зацементировать пол. Продать тапушки. Пятна. Да хоть убей. Пятно, выходи. Тебя протереть. Тебя протереть. Вот тут. Вот здесь. Игра. Ну хрен с тобой. Не хочешь, не надо. Игра намекает, что я могу заделать этим покрытием. Будет некрасиво, надо... Хотя можно было сделать по-призракски. Пятна. Нет тут пятен, все, закончились пятна. Я все протер. Может вот так поползать. Тайна загадочного пятна, ей-богу. Все, покупаем двуспальную кровать прямо здесь. Давай, огонь. Где бы ее поставить? Она объективно особо никуда не влезает. Колонна эта дурацкая. Ну, максимум, это здесь. Это максимум. Письменный стол. Выглядит логичным местом для стола. Стул Салливан. Могу закончить работу прямо сейчас. Да? Ничего себе, какой мощный. Так. Очень сомнительно, что прямо здесь кровать, честно вам скажу, честно вам говорю, ответственно заявляю, кресло Мэдисон, вот куда его? Тупо, это для призрака, люди спят, а тут человек такой, опа, не стой, можно запрыгнуть? А, тут люстра мешает, неудобно, сейчас,
человек такой заходит, такой, опа, и наблюдает, просто наблюдает. Ну ладно, ну хочет и хочет. Ну хочет он это кресло здесь дурацкое. Может комод передвинуть? Нет. Оставляю так. Мне норм. Я считаю, что отлично. Ё-моё. Ё-моё. Всё? Мусор не всё. Вот это. Чё продаём? Зубную щётку продаём. Это продаём. Погнали. Отлично. Пять тайн загадочного пятна. А, вот. А если то пятно призрак все-таки? Вот где-то здесь. Пятна. Один. Где? Игра. Ты же мне на три звезды не засчитаешь, правда? И будешь права. Хотя так, относительно права, но... Евпатика Лавратий. Ну тут мусор вроде только убрать. Мусор, пятна. Угу. Леброн закинул данк. Погнали. Ты чё так быстро? Я ж только выкинул. У меня ж там супер мешки какие-то, которые вместительные. Я не понял, реально призрачная серия. Так. Пятна три. Пятна. Где? Еще два. Там. А как туда пройти? Так, прям ничего не упало. Идеально. Чё это такое? Нахрена эти батареи? Почему их не надо продавать? Это декор? Тут будет новая серия пилы сниматься. Не знаю, призрачный дом, довольно призрачный. Еще один мусор где-то. Тут. Очень странная история с батареями. Очень странная. Но окей. И пятна еще. Что за багующая серия у нас будет? Тут что-то недостроено. Тут это мы... А, вот, вот пятно. Пятно вижу. Мусор. Мусор, выходи. Где ты есть? Хрен его знает. Ну окей. Не хочет. Не хочет игра мне подсказывать. Допустим. Блин, тут... Не-е-е. Так, копировать стиль. Игра! Сделать
сделаем красиво. Все. Отлично. Продажа. Ну, вроде даже на 3 звезды написано. Завершаем проект. Странный дом. Очень странный, очень призрачный. 9000 всего получаем, господи. Фу, как мало. Фу, как мало. Но, блин, там реально призрачное пятно, которое не поддается. Тут ничего нового не появилось. Тут осталось все вот это, больше никакого уродливого дома. А тут последний недостаточно света, пишет нам Арива Госал. Привет. У меня есть довольно грандиозный проект по ремонту семейного летнего домика. Сейчас там очень мрачно и повсюду хлам, видимо, призраки постарались. Но я верю, что ты с таким справишься в два счета. Хочу попросить тебя впустить в дом побольше света. От балкона на фасаде можно избавиться, но все равно он все равно поврежден. А вместо него установить дополнительные окна. Мне бы хотелось, чтобы интерьер стал просторнее и современнее. Я люблю ездить туда за тишиной и покоем. С тех пор, как мои мальчики выросли, целый дом остался в моем распоряжении. Но мне интересно, может, после ремонта мне удастся убедить кого-нибудь составить мне компанию? Спасибо тебе за твой труд, Арива Гасал. Сразу вижу на продажу бревна. Ни хрена себе тут лесоповал целый. Это в смысле? Тут прям доски. Так. Есть что, нет ничего. Пойдет. Я еще не все продал. Я тут не все продал. Здравствуй, Рива. О, привет, это Рива Гасал. Надеюсь, то, о чем я тебя просила, не слишком сложно. Как тебе наш летний домик? Еще не оценил. Он чудесный. Спасибо, я тоже так думаю. Мне очень нравится, что он расположен в лесу. Я туда езжу, когда мне нужен мир и спокойствие. Короче, ладно, пусть она поболтает о чем-то там. Я пока бегу дом, посмотрю, что тут у нас. Ага. Сохранение леса. Недавно потерял дневник благодарности. Угу. Собственно, поэтому и звоню, нигде не могу его найти. Я чуть я сыщик. Если я его найду, можете не благодарить. Да, снести. Ща будет мясо, ща будет разрушение. На! Тык-тык. На! Пойдет. А вот и все. Что-то там продать надо. Двери, окна. Отсюда продам. Ну, пожалуйста. Вот если чел хотел снимать кино, вот дом призрак. Вот так он и выглядит. Призракам не нужны двери, не нужны окна. Они проходят сквозь стены. Логично, логично. Я сквозь стены пока что не прохожу. Так, что нам купить? Что купить? В стороне раздвижные двери. Окей. А вход был здесь. Вот тут. Правильно, правильно. Или здесь? Я уже не помню. В смысле? Почему не оттирается? Тебя продать надо. Так и скажи. Зачем вот эти игры в недопонимание?
Почему не ставится? Почему не ставится, я говорю? А, вот так. Понято. О, это наверху. Это, конечно, да. Это, конечно, наверху. Там мы туда доберемся. Ну, что-то уже не совсем призрачный дом. Слишком много уже отверстий для входа, так сказать. Что-то продать надо еще. Где балка? Вот он. Спряталась вообще, не такая незаметная. Закрываем дверцы. Вытираем ноги. Вытираем поверхности. Отлично. Отлично. Распаковать коробки. Пятна все. Ха. Это нам не надо. Это нам тоже не надо. Все нахрен, короче. Пульт, телевизор, камин. Я все продаю. Потому что все, что можно продать, выделяется желтым. Картину-то за что? А тут стена, она объективно грязная, нет? Игра так не считает, ладно. Какую дверь продать? Эту дверь продать? Лишняя. Лампочка тоже лишняя. Что-то сносить будем сейчас. Ой, сносить будем. Ой-о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 й. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это перепланировка, так перепланировка, я вам скажу. Так, что, прям бить, да? Давайте хотя бы посмотрю, что там наверху. Эй, ничего интересного, погнали. Let's go! На нафиг. Прям на голову вся ошметка сыпется, ничего страшного. Вот этот призрачный ковер там. Призрачный комод. Мне нравится. Мне что, теперь по этим балкам прыгать нужно будет, как кузнечику, или что? Еще не все снес, то в смысле? Мы тут разрушители или кто? Все, отлично, ремонт готов, с вас 150 миллионов тысяч. А как? Окей, это продать. Окей, допустим. Это тоже продать? Лишнее. Мешаешь. Так, блядь. Что там попадало? Кресло упало, какие-то бутылки. Так. Пятна там, понятно. Тут что, строить надо что-то? Не надо? В смысле? В смысле не надо? Игра. Мы вот так оставляем. Всех все устраивает. Пойдет.
Так. Пятна вижу. А где они? Дайте невидимые пятна. Игра, успокойся. Невидимые пятна. А, вот. Все теперь стало одним пространством и засчитывается все воедино. Так, рано. Поздно. Погнали. Краска, да? Краска, совраска. Поехали. Почему в белый? Зачем мы красим дерево в белый? Вопрос, на который у меня нет ответа. И есть контакт. Угу. Угу. Ё-моё. Иисус, дай мне силы покрасить все это, а потом еще выкладку сделать. Каких-то панелей. Закончилось. Ужас. Просто кошмар. Работу могу закончить прямо сейчас, по-моему, идеально. Ну, я сделал все, что мог. Я так и скажу клиенту. Куда это? А, фартук. Я понял. Договор. Продать, продать. Че, вот так прям оставляем, вот, вот так. Тут штупа, тут было место, тут было пространство. Его можно было использовать. С... Ё-моё. С пользой. Как ты эти окна будешь мыть? У меня одному богу известно. Подожди. Подожди, подожди. Что не так? А, я изначально неправильно положил. Окей. Блять. Надо было вначале, наверное, окна положить, потом... Пол разбивать. Не, ну, в принципе, по балочке. Вот так, по балочке. Идешь, протираешь и кайфуешь. В этом план, видимо. Это что? Чуть за хрень? Забор Curiosities. То есть... Чё за забор? Нахрена здесь забор? А, здесь, наверное, забор, господь. Чтобы люди не упали. Логично. Погоди. Микроволновка Джейкоб. Обычное имя для обычной микроволновки Джейкоб. Кофейный аппарат Ципари. Отлично. Диван комфорто. Прям сюда идеально. Смотри, как диван сюда идеально, но так не в тему, поэтому вот здесь вот так его поставим. Древяная печь потпури. По-любому дровяную печь куда-то сюда. Сидеть смотреть на печь. Чилить, кайфовать. Так, журнальный столик Эбениги. Так, печь, извини, ты не в тему, ты пойдешь в бок. Журнальный столик очень сомнительный и нежурнальный.
Он как будто вроде журнальный, а вроде не журнальный. Тумба Эбениги. Куда-то сюда ее. Мест много. Типа, есть где разгуляться. Стол, стул. Раз, два, три, четыре пойдет. Потолочная лампа Сандрис. Сюда. Два. Да господи, мешают. Три. Четыре. Напольная лампа. Не знаю даже, куда тебе разместить. Давай тут будешь стоять. Сколько вас надо, этих сандризов? Погоди, я ж купил. Еще одну? Давай еще одну сюда. Вешалка для одежды Сормустин Кука. Видно, что с Икеи вдохновлялись люди. Горшок для растений пойдет. Горшок для растений. Можно куда-то сюда его. О, красота. Зеленый уголок. Сушилка Керон. Но это по-любому сюда. Пойдет. Настенный горшок. И еще один настенный горшок. И какие-то эксперимент... Господи. Эпипримнум золотистый. Охренеть, конечно. И эпипремном золотистый другой какой-то, видимо. Которому что-то мешает. Ты дурачок, что ли, эпипремном золотистый? Давай это самое. Нет. Не выкобенивайся, залезай в горшок. Ну, тварь. Так, иди. А, наверное, он, ему большой нужен горшок, а вот этому маленький. Так ты сразу сказать не мог, что это такое, что это за понты такие дешевые. Не залезу и все, скажи, нужен горшок побольше, нужно построить зиккурат, что-то вот намекни как-то. Распаковать коробки. Картина. Еще одна. Что бы это ни было, коврик для йоги, плед. Видимо, два коврика для йоги. Это бревна? Нет, коврики для йоги. Ну, три коврика для йоги. Четыре коврика для йоги. Ну, легче не стало, я вам так скажу. То, что их четыре, это очень сомнительно. Ну вот тут я их расположу, человек придет, заберет. Так, окей, тут у нас. Ё-моё, запасливые люди. Так, чепсики, это мне. Pure Juice тоже, вот этот хочу. Гранатовый, с, короче, мультифруктовый. Это что? Мука не нужна мне, молоко можно взять. А кофе есть? Кофе. А Red Bull? Нет. Ну, сомнительные запасы, не знаю, долго человек не проживет на соке и муке, конечно. Блин, тут еще до хрена всего делать. Прям до хрена. Че продавать? Продажа. Извини, железная дорога. Мне приказали. По-моему, я нашел дневник ее. Да. Это тоже ее дневник. У тебя два дневника. Мы не осуждаем. Что продавать? Нет, только не лягушонка. Почему игра такая жестокая? Все что угодно, только не мистер Лягуха. Нет, я себе его заберу. Он идет со мной. Мистер Лягушонок.
Он такой милый, зачем его продавать? Пусть тут живет. Завершаю задачу. 20277, нормально. И лягуха не продали. Ну пойдет, пойдет, пойдет. Что, остается последняя, да, у нас? Уродливый дом в кавычках. Да. Отлично. Отлично, дамы и господа. Будем нам еще этот дом переделывать. Но мы будем переделывать уродливый в кавычках дом в следующем эпизоде. А на сегодня, пожалуй, все. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте, ссылки на которые вы найдете в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте. Увидимся с вами в следующей серии прохождения House Flipper 2 и в других играх. Всех обнял.